Здравствуйте. Чтобы представить, что тут произошло, надо немножко напрячь воображение, вот посмотреть на те деревья. Вон деревья. Вот тут росли примерно такой же высоты деревья. Сейчас они вот представляют собой поваленные стволы, обломанные, унесенные вон заломы, уже на суше. Сверху почва накидала камни. То есть вот это камень на плодородную землю. Это вот все взбесившаяся река, которая еще не пришла в себя, продолжает чудить. Вот лежит ивняк поваленный, там тополя. Попробуем пройти чуть-чуть к берегу. Вот течет поток. Это только одна протока. Если меня слышно, тут вот это все поверх земли накидано. Камни где-то с метра с полтора. Песочек. То есть вот песочек появился, как на пляже. Это все приносное. И вот она показывает свой характер. Достаточно скверный на сегодня. Но по сравнению с тем, что было вчера, это, можно сказать, она успокаивает. Вот такая маленькая тихая речка. Теперь понятно, для чего рыба в ней разводилась, чтобы сигануть выше. Вот, где было, можно было ходить.